Более половины всех увеселительных заведений Биробиджана имеют нарушения пожарной безопасности. Об этом стало известно в ходе предновогодних проверок мест с массовым пребыванием людей. По некоторым делам уже прошли судебные разбирательства. Пытаясь избежать убытков, большинство владельцев развлекательных учреждений стараются устранить замечания надзорных служб в кратчайшие сроки. Значит, это план эвакуации ресторана «Восток». Он у нас не соответствует ГОСТу. Мы сейчас заказ сделали, должны сегодня-завтра нам привезти, и мы поменяем план эвакуации. Заменить план эвакуации, установить дверь запасного выхода так, чтобы она открывалась наружу. После проверки в ресторане выявили незначительные нарушения. Известие о том, что на предпринимателя завели административное дело, заставило его изрядно поволноваться. Ведь проверяющие службы установили сроки, когда все недочеты должны быть устранены. Нам сделали предписание исправить все неполадки до 30 марта 2010 года. Тянуть до следующего года предприниматель не стал. Все недочеты уже устранил. Таким добросовестным бизнесменам сотрудники МЧС дают один совет. До рассмотрения дела в суде ему необходимо, естественно, устранить все нарушения требований пожарной безопасности. И он может обратиться в органы государственного пожарного надзора с просьбой провести внеплановую проверку с целью контроля устранения выявленных ранее нарушений. И все же без судебного разбирательства не обойтись. Результаты повторной проверки станут смягчающим обстоятельством. Предпринимателю удастся избежать крайних мер. Если руководство или представители юридических лиц, представители ресторанов на момент рассмотрения административного дела в Биробиджанском городском суде предоставят доказательства, что они выявленные нарушения устранили, значит, административное приостановление деятельности, естественно, применяться не будет, будет наложен административный штраф. Другой предприниматель оказался в более сложной ситуации. На третьем этаже здания, где находится ресторан, отсутствует пожарная сигнализация. Сейчас на ее установку владельца денег нет. Оборудовать третий этаж системой оповещения предприниматель обязан до середины 2010 года. В противном случае заведение прекратит свою деятельность, даже несмотря на то, что остальные недочеты уже устранили. То есть там в тетради журнала учета огнетушителя есть, там, ну, один, первый, второй, третий. Там написано, что белая краска, как бы мы сразу это сделаем. В этот же день. Всего в Биробиджане рассмотрено 5 административных дел. По решению суда двое предпринимателей должны заплатить штраф. А вот остальным придется приостановить свою деятельность на определенный срок, пока приговор в законную силу не вступил. У владельцев ресторанов есть возможность обжаловать решение суда в течение 10 дней. Екатерина Швец, Владимир Курчинкин, Вести, Биробиджан.